Всех приветствую на канале Фалеристика СССР. Приехала мне посылочка с НБУ банка. Двадцаточка новая. Ждал я в течение месяца. Приехала Укрпочтой, заплатил за доставку 40 гривен. Сейчас раскроем, посмотрим. Может, номер какой-то интересный попадется. Это я еще дополнительно две медальки заказал НБУ. Получилось мне зайти на сайт и зашел, а там на сайте светится, что можно добавить. Я добавил одну, до кучи еще две медальки и оплатил, какая была. Такая вот красота приехала. Немножко поближе сниму. Банкнота, конечно, шикарная. Тираж 300 тысяч штук. Видел, продают. Ездил на барахолку по 350-400 гривен. Поначалу цена вообще там была и до 1000. Также у меня есть такие двадцаточки. Положу к ним не набагато меньше. Если получится еще заказать в сувенирной упаковочке, то возьму, наверное, еще и в сувенирной упаковочке. Банкнота выглядит, конечно, шикарно. Пускай лежит на память пару десятков лет с таким тиражом, но всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.